Партия «Единая Россия» была создана президентом страны Владимиром Путиным 1 декабря 2001 года. За 15 лет она стала самой крупной политической силой России, обладающей конституционным большинством в Госдуме. Сегодня партия объединяет больше 2 миллионов человек со всех регионов страны. Севастопольские приверженцы политического движения свои партийные билеты начали получать с апреля 2014 года. Теперь в местном региональном отделении насчитывают почти 3500 членов. Начинали мы с нуля. Перед нами стояло очень много задач, поскольку мы переходили в другое правовое поле, а другой менталитет, если хотите. Но на сегодняшний день я считаю, что, ну, я, может быть, субъективно считаю, самонадеянно, что мы сумели полностью влиться, стать равноправными партнерами наших других региональных организаций, стать членами «Единой России» в полном. Поэтому это дает нам право праздновать 15-летний юбилей. На торжественном собрании членам партии вручили благодарственные письма за активное участие в жизни политического движения. Руководство «Единой России» отметило, это простые граждане, представители первичных отделений в Севастополе. Наградили также городские и общественные организации, которые уже на протяжении почти 3 лет сотрудничают с партией и помогают организовать социальные и благотворительные акции. В свою очередь, успешную работу «Единой России» отметило и руководство города. Я убежден, что Севастопольское отделение партии «Единой России» станет тем оплотом формирующегося гражданского мира в городе, той объединяющей силой в городском сообществе, которой оно и явилось в целом во всех городах необъятной нашей России. Также в этот вечер секретарь Севастопольского регионального отделения партии Борис Колесников получил медаль Министерства обороны Российской Федерации за возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Анна Леготина, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя.